Школьная форма от Вячеслава Зайцева – это не роскошь. Это повседневный выбор маленьких анапчан, их родителей и даже гостей курорта. Согласно закону, в городе-курорте утвержден единый стиль школьной формы. Белых и пастельных тонов блузки и рубашки, серый жакет или жилет, серая юбка или сарафан для девочек с бордово-белой клеткой. Елена Тарасова, мать троих детей и руководитель торгового дома «Модная школа», знает, как эффектно и недорого одеть маленьких и больших школьников. Мы стараемся сделать так, чтобы она стала модной для детей и желаемой. Мы хотим сделать так, чтобы дети любили носить деловой стиль. Что немаловажно для детей, это чтобы одежда была не только красивая, но и удобная. Мы отбираем поставщиков, которые могут предоставить нам очень высокого качества сырье. Это материалы, из которых изготавливается школьная форма. И, конечно, что прежде всего для родителей она была доступная. Посетители магазина «Модная школа» удивляются качеству и цене. Еще бы! Неповторимые модели, европейский стиль и настоящий шик модной классики. Причем с клиентами здесь обращаются как с друзьями. Поэтому хочется вернуться. Мы гуляли по Анапе, случайно увидели надпись «Школьная форма». Зашли, посмотрели, понравилось. Здесь очень много, большой выбор, причем разного цвета. Мы так северному городу покупали в черном варианте, а здесь посмотрели, очень все в спокойном сером, таком классическом виде. И, в общем-то, мы себе выбрали здесь форму. Девочки подобрали все, причем глазомер великолепный. Сразу видят размер, то есть много перемеривать вещей не приходится. Классика может быть модной и красивой. Дополнить школьную форму всегда можно яркими аксессуарами – брошами, галстуками, ободками и заколками. Все изделия ручной работы. И молодежные тренды создатели повседневной школьной одежды учли. Молодежь у нас не очень любит классический стиль, потому что он не позволяет им быть модными и стильными. В нашем магазине любой ребенок и даже подросток с высокими требованиями может найти одежду для себя, потому что даже брючки будут заужены, но классической формы. И рубашки. Очень важно для подростков сейчас молодежная тенденция такова, что рубашки у нас подростки любят только зауженные, приталенные, хорошо сидящие по фигуре. Кстати, не только дети могут подобрать себе наряд. В магазине представлен широкий выбор классической одежды для педагогов. Бордово-белая клетка на строгого кроя юбки преподавателя в тон ученикам – высший шик. Мы стараемся сделать так, чтобы у каждого ребенка, у каждой семьи была возможность пустить в свой дом большую моду. В модной школе можно сделать ребенка красивым и счастливым.